Сегодня у нас поход. Этот осенний день. Какой? Осенний Антон. День. Это какое у нас это сегодня число? 23-е, по-моему. Послезавтра зарплата. Да, 23-е. Блин, Кушкая. Черт, скрылась. Идем на Кушкая. Всегда вот на Паргельмен мы ходили. Ага. На Кушкае не доходили. Это гора выше, она 13-39. Это вообще супер мое число. И 13, и 39 высота. Я не знаю, что там будет на этой горе. В общем, подъем 1000 метров от трассы. Ну и спустимся прямо в Алушту. Возможно, самый последний теплый день такой. Обещаю 20 градусов. Мы дошли до Паргельмена. Нам виднеется скала. Мы сейчас будем его так обходить. У нас привал в этом осеннем лесу. Погода вообще сегодня крутая, ветра нет. Идем, потеем. Осталось метров 300 где-то, да? Кушкаи. Там проглядывает подруга. Грибочек тут нашли такой. Мухомористого типа. Дальше. Короче, вышли мы наверх. Чуть-чуть уже показалось, вот медведь. Написано проезд. Мы едем на своих двоих. Так что все нормально. Вот такая вот от рюкзака одежда мокрая. Вся моя рубашка мокрющая. Ожидалось, что будет холодно. Ветер, но ни хрена вообще, ни ветра, ничего. Вообще тишина. Антон, что, духи подарили тебе ключ? Да. Будешь гайки закручивать. Это знак. Да. Только чего? Пора закрутить гайки. Смотри, какой выжженный осенний лес. Прям вообще, как будто можно прыгнуть в этот лес и поплыть. У нас последний взлет на 70 метров, и мы уже будем самой, так сказать, ближайшей высокой горе лицезреть Алушту. Ну что, мы наверху. Интересный факт об этой горе. А высота ее 13-39. А у Антона любимое число 13, а у меня любимое число 39. Это татуировки. Где там 13 можно разобрать? У меня их 3. Если сложить все 3, получится 39. Точно. Первый раз я на горе Кушкая. Кушкая, кстати, не одна гора в Крыму. Видимо, какое-то распространенное название. Блин, такой вид я вообще первый раз вижу. Там Демирджи, Южная, Северная, Четырдак, это Клизи-Бурун гора. Ну и там далеко все это. Судак. Офигеть. Все, садимся жрать. Под Коктебелем, где эти. Там город такие пустынные. Что, начинается наш спуск вниз. Пойдем вот так вот. Зайдем на скалу Сераус. Я думаю, это вот она. Но это не точно. А вот там нас ждет оптовка. Вот этот. Аппендикс. Прям спустимся. Куда нужно? Где-то там квадрик катается. Надеюсь, это не за нами. В общем, мы тут группу туристов обнаружили. Вообще необычно, конечно. Такая толпища. И походу, где мы поднимались, где мы спускаться сейчас будем, они тут поднимались. Салу, что, наверное, шли. Пойдут они, походу, хрен знает куда. Может, на Роман Кожа даже попрутся. Идем на спуск по такой красивой лестнице. Будем сейчас искать воду. Она, конечно же, не особо нужна, но... Интересно, как бы, источники действующие.
Мы только что спустились вон оттуда. Прошло минут 15. Здесь на спуск мы идем просто как осенние ралли у нас. Это еще эта группа протоптала наверх. Так мы вообще бы не понимали, где тут тропа. Все засыпано. Ну что, вода есть. Это у нас источник называется. Акчокрак. Можно набрать водички. Не спеша посидеть. Прикольно, мы тут нарисовался сосновый лес. Вообще очень неожиданно. Очень классно. Почему вверх идем? А потому что мы снова идем вверх. Короче, это. Я же тебе обещал, только недавно. 20 метров. Ну, или 30. В общем, это скала Сераус. Сераусить мы тут не будем. Ой! Зато вон куча дубовых листочков. Он просто офигенно. Прошли Сераус гору. Это было там. Вышли на обзорную площадку, блин. Ой, ё-моё. Что такое? Ну, отсюда вид, конечно, поближе, поприкольнее. Вот здесь можно вообще заниматься, так сказать, чревоугодием. Сколько хочешь. Наша гора. Вон она где. Охренеть, мы уже ушли. Идем смотреть на Лушту. О, баллончик. Камешек забраться надо, естественно. Опа! Вот оно. Опаньки. Отличная стоянка. Прям вообще супер. Камнями окружена. Проветривать наши кофточки. Ну и останется нам до моей любимой оптовки. Останется 4 километра. Бежим уже в Алушту. Забежим в необычное место. Называется Кормлях. Посмотрим, что там интересного. Вот тут, походу, кто-то на велике вслед или на мотоцикле гоняет тут трассы. Сейчас бы велик. Хорошо не упал. Ну что, покатаемся. Короче, пришли тут. Все такое, это прям Стоунхендж. Тут люди какие-то стоят, что-то энергии там, все дела. Благодатная Мария, Господь с тобой. Короче, у них это мантры полным ходом. Надо повторять 100-500 миллионов раз. Не дали мне поснимать нормально. Ну да ладно, что там снимать-то почти ничего. Тут зато лес офигенный. Сейчас мы как свалимся сверху на автопку прям. Короче, это поинтереснее Кормлиха. Мы нашли тут такую-то. Я не знаю, это для кого вообще. Это может просто дети тут тусуются и построили себе такую это. Ну да. Может быть, наркоманы сидят. Наркоманы у них вот. Наркоманы вон там наверху. Дерьмище вокруг валяется. А тут видно, тут творцы. А наркоманы не творцы, да? Ну что, все, мы как бы миссия completed. Мы дошли до оптовки. Нормально. Спуск, тропки есть. Все. Так что идем скупляться.